О перспективах и преимуществах службы в войсках Национальной гвардии говорили сегодня на Авторадио. Елена Роговская, начальник отделения кадров управления Росгвардии по ЯО, сообщила о вакансиях в отделе вневедомственной охраны и в спецподразделениях Росгвардии, таких как ОМОН и СОБР. Служба, конечно, непростая, но сегодня государство воздает за нее достойным образом. Что касается льгот, это все-таки стабильное ежемесячное денежное довольствие. То есть неважно, ты находишься в отпуске или ты временно нетрудоспособен, свое денежное довольствие ты ежемесячно в полном объеме получаешь. У нас есть ежегодная материальная помощь, она, как правило, платится к отпуску, дополнительная помощь. И это далеко не все льготы и соцгарантии, положенные сотрудникам Росгвардии. Елена Роговская рассказала о государственном страховании, бесплатном медицинском обслуживании и санаторно-курортном лечении, большом отпуске, бесплатном проезде к месту отдыха, о субсидиях на приобретение или строительство жилья и, конечно, о льготной пенсии. Подробнее об этом в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин, Новости 21.